заклинило. Заклинило. Thank you.
помоги мне, Патрик! Эти звери охотились за мной. Что это за твари, черт возьми? Это ревуны. Хотя я их прежде никогда не видел, я давно слышал о них. Это не было естественным, друг мой. Мы сражались там больше, чем с предрассудками. Возможно, я напрасно не рассказал тебе, но, похоже, здесь может встретиться кое-что и пострашнее. Когда я был еще ребенком, я обнаружил кое-что, что не могу толком объяснить, понимаешь? Здесь есть остров с кольцом из камней, он находится рядом с имением. На каждом из камней вырезаны символы, что-то непонятное. У отца было много книг о культах, в одной из которых были изображения этих символов. Я отправился с моими братьями и сестрами на остров и прочел книгу отца. И что произошло? Что-то ответил. Океан начал кипеть, и на нас, стоящих в каменном круге, налетел порыв ветра. Мои братья в страхе упали на землю. Затем ветер утих, и море успокоилось. Патрик, я знаю, что это звучит как бред умирающего, но я верю, что стоящие камни имеют ко всему этому какое-то отношение. То, что когда-то начало влиять на семью, теперь стало проявляться в полную силу. Но ты сказал мне, что умираешь. Разве это проклятие не умирает с тобой? Кто знает. Мои братья и сестры мертвы, но я не думаю, что они на самом деле мертвы. Я слышал сплетни слуг. Они говорят, что в имении видели Элизабет. Моя семья пришла за мной. Я чувствую их, Патрик. Теперь ты и я знаем, что сверхъестественные существуют. Ты видел ревунов, а что насчет тех странностей, с которыми мы сталкивались во время войны? Ты должен везде носить с собой камень Гилзибора. Это символ из шаманской жизни, больше ничего. Я нашел свиток с рисунком Гилзибора. Я думаю, что в нем содержится способ пробудить спящую силу камня. Хорошо, я изучу этот свиток вечером, а утром посмотрим, что я смогу сделать. Этот дом скрывает много тайн. Надеюсь, ты сможешь раскрыть их и положить конец всему этому.